Ходите. Привет, Петр. Ты мне звонил срочно прийти? Так, садись на диван и без лишних вопросов. Всем здравствуйте. Это новости Первого канала. Я Александр Бойко. И я нахожусь в Москве возле больницы номер 173. Тут происходит что-то странное. Рядом с больницей стоят военные. И что за... Нет, только не меня! О боже, это эпидемия зомби. Что же нам делать? У меня уже есть план. Пошли. Бери рюкзак, который побольше. Вот этот. Ничего себе! Откуда у тебя все это? Это не важно, потом расскажу. Выходи. Родители у тебя живут в Москве, не так ли? Да. Мы отомстим за них. Да, ты прав. Садись в машину. О, собачка. Парень. Эй, парень, ты жив? Парень. Парень.